что-то произошло, а он молчит, он не говорит, не обращается и прочее. Да мы сутки не спали эти вместе с Путиным. Что они знают об этом? Зеленский и его свара сорвался с цепи. Это никакой не ИГИЛ. Это они сами. Это наши не братья, так называемые, и их дрессировщики. Сомнений в этом нет никаких. Благодаря камерам этим обнаружили эту машину. Много машин было мгновенно. Поэтому они в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели. Поэтому отвернулись и пошли на участок украинской границы. Догадываюсь. Сейчас ты чувствуешь себя Алисой, падающей в кроличью нору. Сказать родственникам, тем, кто остался жив, что осознать и понять то горе, которое вы сейчас испытываете, невозможно, и все-таки мы горюем вместе с вами. И когда я представляю себе, что творилось в душах этих матерей, которые на этой эвакуационной лестнице в дыму, уже понимая, что не выберутся, просто обнимали своих детей и погибли со своими детьми в обнимку, задохнулись. Оскара! Оскара! Вот идут новости о трагедии в Крокус-Сити, и начался очередной обстрел Белгороду. Использовали Крокус, который принадлежит этническим азербайджанцам. Бьют вот четко рассчитывая